Привет, Джон. Вы на борту космического корабля «Одиссей-1». Не знаю, в курсе ты или нет, но я уезжаю из города. Всего за 1,5 миллиарда миль. Ерунда. Проснулся? Хорошо. Гибернация как-то влияет на тебя? Господа, мы находимся в космосе уже почти 2 года. Невероятно. Мы направляемся к Титану. Титан — наиболее похожее на Землю небесное тело, которого мы можем достичь. Но чтобы добраться туда, нам понадобится гравитация Юпитера для ускорения. Впереди еще 2 цикла гибернации, прежде чем мы предпримем гравитационный маневр. Хьюстон, у нас проблемы. Столкновение не представляет реальной опасности. Что, если вся система под угрозой? Гравитационный маневр может выкинуть нас еще дальше в открытый космос. Baby. Препарат, используемый для гибернации, может вызвать побочные эффекты. Ее нет на корабле. Я знаю. Включая рассеянность и дезориентацию. Твое воображение играет с тобой классную шутку. Откуда ты знаешь? Все вокруг нас кричит: обернись! А ты хочешь закинуть нас еще дальше в космос? Тревога! Тревога! Система перегружена! Это наша миссия! Ты отправил нас всех на смерть! Полет на свет — это инстинкт выживания. Лучший путь к спасению, как правило, лежит к свету. О боже, прошу не... Ускорение.